другим темам. В Ленске краеведческому музею подарили пулемет. Оружие времен Великой Отечественной войны в дар музею передал местный поэт Сергей Шестаков. Пулемет Дегтярева 1943 года выпуска ему достался случайно. Дело в том, что в одном из местных магазинов он увидел это оружие и, недолго думая, уж не знаю под каким порывом, купил его за 65 тысяч рублей. Добавим, что ручной пулемет этого типа разработал в 1927 году конструктор Василий Дегтярев. С конвейера сошли 800 тысяч единиц таких пулеметов. Сразу отметим, экземпляр, доставшийся Ленскому музею, по назначению использовать не получится. Ствол орудия спилен, изъяты некоторые механизмы. Но для музея это несомненная ценность. Сам поэт расстается с пулеметом с улыбкой. Память, говорит, дороже денег. Дело быстро, чтобы его никто не купил, чтобы он сейчас на какую-то коллекцию не ушел, да? Я его покупал специально для нашего музея, потому что в нашем музее никакого оружия Великой Отечественной войны нету. Можно считать, вот этот будет первым ручной пулемет Дегтярева. И денег мне совершенно не жалко. Может быть, кто-то последует моему примеру, может быть, помогут мне музею, сдадут его, подарят, не сдадут, подарят музею оружие, чтобы было побольше экспонатов здесь.